Бизнес-омбудсмен Чувашии Александр Рыбаков встретился с предпринимательским сообществом. В торгово-промышленной палате состоялся разговор о развитии малого и среднего бизнеса в республике. Предприниматели – народ особенный. Они хорошо разбираются в законах, знают, как можно продвинуть свое дело и даже защитить его. Но иногда случается так, что проблема носит системный характер. И решать ее надо вместе. На встрече с новым уполномоченным говорили о взаимодействии с контрольно-надзорными органами. Бизнесмены сетовали на слишком частые проверки и высокие суммы штрафов, а также на высокие ставки налога, на вмененный доход по отдельным видам предпринимательской деятельности на муниципальном уровне. Тяжело даются оформление разрешительно-согласовательных документов для организации торговли в нестационарных объектах. Вопросов немало. Меня очень заинтересовали эта возможность, проработка, да, сейчас идет возможность подачи исков совместно с ТПП, общественными объединениями представителей, значит, бизнеса, да, в интересах бизнес-сообщества. Я так полагаю, что вот в наше объединение скоро будут записываться, ну, люди, я имею в виду предприниматели рядами, да, и вот с чем вот уже столкнулся я в своей работе, с тем, что очень много обращений именно связано с тем, что люди просят дать правовую оценку или защитить. Родион Архипов, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.